Пицца, приготовленная на мангале. Это быстрый и беспроигрышный вариант вкусной и сытной выпечки в дачных условиях, когда нет возможности воспользоваться духовкой. Начинка может быть самая разнообразная. Готовится пицца достаточно просто и станет отличным дополнением к трапезе на свежем воздухе. Тесто можно приготовить заранее в домашних условиях по вашему любимому рецепту или отдать предпочтение уже готовой основе для пиццы, которую найти в магазине на данный момент не составляет никакого труда. Подготовьте все ингредиенты. Тесто желательно приготовить заранее дома, так как в дачных условиях это не всегда бывает возможным, или купите уже готовую основу для пиццы в магазине. Если будете использовать замороженную основу для пиццы, то предварительно разморозьте ее и смажьте с двух сторон оливковым маслом. Дайте ей подняться. Подготовьте все ингредиенты. Тесто желательно приготовить заранее дома, так как в дачных условиях это не всегда бывает возможным, или купите уже готовую основу для пиццы в магазине. Если будете использовать замороженную основу для пиццы, то предварительно разморозьте ее и смажьте с двух сторон оливковым маслом. Дайте ей подняться. Смажьте тесто сверху томатным или любым другим соусом и посыпьте орегано. Орегано можно заменить на смесь сухих итальянских или прованских трав. Разложите сверху начинку. Начинка для пиццы может быть самая разнообразная, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. У меня нарезанная кружочками копченая колбаса, нарезанные пластинами шампиньоны и нарезанные дольками помидоры. Сыр натрите на терке или раскрошите руками и посыпьте сверху. Чтобы сыр хорошо расплавился, накройте пиццу в самом конце сверху специальной крышкой или кусочком фольги. Пицца на мангале готова. Приятного аппетита!